Правительство изменило законодательство о биржевой торговле молочной продукции на экспорт. В частности, перечень такой продукции, обязательной для продажи через биржу, дополняется сухим цельным молоком и сливочным маслом жирностью 72,5%. Ранее использование биржи было обязательным только при экспорте сухого обезжиренного молока и сливочного масла более высокой жирности. Также, согласно изменениям, исключена внебиржевая схема экспорта молокопродуктов, которые не реализовали на биржевых торгах. Возможность внебиржевой продажи сохранится только в рамках межправ соглашений с другими странами. Продавать молочку вне биржи можно будет также по решениям облсполкомов и столичного исполкома с согласия МАРТ и Минсельхозпрода. В этом случае внебиржевые цены не будут привязаны к биржевым котировкам, сформированным по итогам торгов на универсальной товарной бирже.